В галерее «Артель» открылась выставка харьковского художника Максима Дудченко. Несмотря на молодой возраст, автор демонстрирует оригинальную манеру и большой творческий потенциал. С экспозицией знакомились наши корреспонденты. Главное для Максима Дудченко – фактура. Ее и используют в качестве основного выразительного средства. Казалось бы, традиционные сюжеты приобретают новый художественный образ. Привычные качества предметов меняются, а красочная пастозность и экспрессия мазка приобретают самостоятельное значение. Просто пишу с натуры, пытаюсь переработать ее через себя, пропустить через свою призму восприятия как художник. Если это получается, хорошо, работа состоялась. Писал на пленерах в Карпатах и Сумской области. Село, горы и лес. Грань между этюдными работами и студийными у Максима настолько условная, что разницу между ними не заметит даже специалист. Новаторство – это когда лучшее стараются сделать еще лучше, а не когда делают плохо и говорят, что это новаторство. Поэтому в данном случае человек на самом правильном пути, как на мой взгляд. Он, находясь в рамках традиции, пытается найти какие-то новый язык выразительности. Художник считает себя одновременно продолжателем русской школы живописи и импрессионистов. Говорит, такой симбиоз сейчас набирает силу в харьковской художественной среде. Что будет с метаморфозами его творческого кредо, не знает пока сам автор. А пока с его работами можно познакомиться в галерее «Артель».